Присоединиться к всемирному празднованию юбилея Шекспира решили в библиотеке Бунина. В честь 450-летия великого драматурга открыли сразу две выставки. Отдел иностранной литературы экспонировал издания с оригинальными текстами драматурга, двуязычные книги и материалы по биографии Шекспира. Отдел искусств свою выставку организовал под музыкальное сопровождение. Его экспозиция о роли Шекспира в музыке. Пьесы и сонеты драматурга легли в основу многих музыкальных произведений. Прочитайте любое его стихотворение, любой его сонет, и сразу поймете, что он так и просится на музыку.